Чулпан Хаматова – одно из самых привлекательных, таинственных и неоднозначных явлений российского театра, да и кино тоже. Несколько совершенно гениальных ролей, таких как, скажем, главная роль в «Лунном папе», в «Стране глухих», во «Времени танцора», сразу как-то выдвинули ее в центр общественного обсуждения. Что бы она ни делала, занимается ли она благотворительностью, становится ли она агитатором за Путина, избегает ли она разговоров, идет ли на эти разговоры, все всегда притягивает действительно всеобщее внимание. Это счастливое, но и горестное, конечно, свойство, потому что настоящей Хаматовой почти не приходится показывать себя. И только когда она говорит о литературе, которую ее сформировала, тут можно о чем-то догадаться. Вот поговорить с ней об этой литературе мы и попробуем.